Сейчас я вам покажу то, от чего я реально просто пищала. Я пищала так громко, что услышали мои соседи. Не осуждайте меня, я уверена, что вы бы тоже запищали. И сейчас я вам это докажу. Короче, звонит мне курьер и притаскивает просто огромную и тяжеленную коробку. Я ее, конечно, распаковываю, а там... Кошечки-кошечки! Я даже так вспотела, пока я ее поднимала. Да, это огромная металлическая бочка. Если я еще секунд 10 так постою, мои руки просто отвалятся. Она безумно тяжелая, и сейчас вам покажу, почему. В целом, конечно, не нужно быть детективом, чтобы догадаться, что внутри. Я открываю. Господи! Вы же понимаете, да? Это ведро, которое реально просто сверху донизу набито чупа-чупсами. Окей, ладно, мне не просто так прислали целое ведро чупа-чупсов. Кого я обманываю? Почему еще ни на одном заводе не ошибались и не доставляли все вкусняшки мне? Странно. И это рассылка, которая посвящена запуску новых кушонов бренда Чупа-Чупс. И да, если вы не знали, у бренда Чупа-Чупс есть своя косметика. И, кстати, их кушоны уже стали легендарными. И кушоны — это замечательно, но остальная рассылка — это отвал всего. Я не понимаю, почему технологии все еще не умеют передавать запах по интернету, но просто поверьте мне, что у меня сейчас в комнате пахнет, как будто бы я нахожусь на фабрике Вилли Вонки. Он там делал Чупа-Чупсы вообще? По-моему, да. Я надеюсь, что вы сложили А и Б. Вот этот вот огромнейший просто размер этой бочки и то, что это все чупа-чупсы. Мне вот просто интересно, я в прошлой жизни что, была сладким и добрым котиком? Потому что по-другому то, что происходит в моей жизни, я объяснить не могу. Если бы мне сейчас было лет 10, я, наверное, бы кричала. Кого я обманываю, когда курьер притащил мне это ведро? Я тоже кричала, я реально кричала, потому что вы бы не кричали, вот если бы вы получили такое количество чупа-чупсов, вы бы молчали? Вы бы стойко приняли этот удар радости? И знаете, что самое запрещенное в этом огромном ведре? Если вообще может быть что-то разрешенное в таком огромном ведре сладостей. Это то, что здесь мой самый любимый вкус, это вкус мороженого. В общем, если через месяц вы включите ТикТок, а там буду я такая большая, толстая и счастливая, то так надо, так надо. И да, я окончательно перестала чувствовать свои руки, но это ведро не отдам, не отпущу, моя прелесть.